22 ноября в Законодательном собрании Омской области состоялось вручение премии молодым деятелям науки за 2019 год. В торжественной обстановке губернатор региона Александр Бурков отметил высокие заслуги молодых ученых и поблагодарил их за успешную работу. Важно, что вы, уважаемые молодые ученые, действительно предложили совершенно новые решения, и это обусловлено в первую очередь вашим желанием творить и созидать, и вашей смелостью. Я хотел бы всех вас поблагодарить за труд, за упорство и еще раз за ту смелость, с которой вы сегодня идете и созидаете. Пожелать, конечно, всем вам новых научных открытий. Лауреатами правительственной премии стали 5 молодых ученых. Они представили проекты в области медицины, истории, биохимии, техники и сельского хозяйства. За разработку новых эффективных способов профилактики и лечения ассоциативных кишечных инфекций цыплят бройлеров с применением препарата Пипидол. Данная разработка является не только моим личным достижением, но и также большим успехом для сибирского НИИ птицеводства. Эта разработка, она будет большим толчком и для моего личного достижения, а также будет, думаю, стимулом для развития многих молодых ученых, особенно сельскохозяйственных и ветеринарных наук. Любой ученый, который получал вот эту премию, он явно перешагнул рубеж своего времени. И эти разработки, они, наверное, еще будут долго использоваться в будущем. Но я считаю, что для каждого ученого, для каждого педагогического работника важно, чтобы его наработки были замечены современниками. И я считаю, что подобного рода премия, она является ярким знаком того, что наши наработки востребованы в дне сегодняшнем. Каждый лауреат, помимо денежного вознаграждения 115 тысяч рублей, получил памятную статуэтку и диплом. В рамках мероприятия Александр Бурков также вручил благодарственные письма представителям образовательных организаций и отдельным специалистам вузов за содействие в подготовке соискателей молодежной премии.